Привет, вы на канале Инлайф. Пробежимся по новостям криптовалюты, друзья. Криптобиржа Bybit начинает работать от пользователей обязательной верификации. У меня есть биржа Bybit, я верифицирован и вам советую верифицироваться. Криптовалютная биржа Bybit объявила, что до 8 мая все ее клиенты должны будут пройти хотя бы базовую верификацию. Я вот прошел, чтобы иметь доступ ко всем продуктам и сервисам платформы. На Bybit правило KFC знает своего клиента разделены на несколько уровней, включая базовую верификацию. Уровень LF1 и уровень LF2 для физических лиц. Начиная с 8 мая 2023 года, проверка личности на ниже LF1 будет обязательной для всех продуктов и услуг Bybit. Действующим пользователям, которые не прошли проверку личности по состоянию на 8 мая, будет разрешено закрывать существующие открытые позиции или ордера, возвращать займы и снимать средства заявление в компании. Вот, друзья, если вы не пройдете верификацию с паспортными данными, то вам возможности не будет. О чем тут и говорится. Любая новая торговля деятельности без верификации будет ограничена. Вот. Это уж просто. Если вы боитесь паспортные данные светить, то есть водительские права, друзья. По водительским правам можете верифицировать свой биржу Bybit. Это сейчас не проблема. Дальше. После завершения проверки личности существующие пользователи могут продолжить использовать продукты и услуги Bybit. Вот. Заявили в компании. На базовом нулевом уровне предоставление документов не требуется. Пользователи могут выводить не более 20 тысяч USDT, то есть долларов, в день или до 100 тысяч USDT, то есть долларов в месяц. На уровне LF1 требуется загрузка удостоверяющих личности документов и идентификация по фото, после чего клиенты могут выводить до 1 миллион USDT в день, то есть долларов. Уровень LF2 требует официальные документы для подтверждения адреса
клиенты, прошедшие процедуру, смогут выводить до 2 миллиона USDT в день и использовать все сервисы, то есть 2 миллиона долларов. Вот, кто прошел верификацию, тот у них, то есть будут возможности до 2 миллионов долларов выводить. Bybit была основана в 2018 году, весной прошлого года перенесла свою штаб-квартиру из Сингапура в Дубай. Биржа предлагает доступ к 298 криптовалютам и 378 торговым парам. Объем торгов на платформе за последние сутки составил 542 миллиона долларов. В марте Bybit объявила о временной приостановке приема депозитов и вывод средств в долларах США на банковские счета. Bybit разместила официальное уведомление о временном прекращении обработки банковских переводов в долларах по причине сбоя в обслуживании со стороны одного из партнеров. Еще в декабре компания сообщила об обновлении правил верификации, который ограничит некоторые операции для пользователей, не сдавших по торговой площадке персональные данные. Вот. Лучше пройдите верификацию на Bybit, друзья. Я прошел, у меня там застыкены криптовалюты. Я спокоен. Переходим к другим новостям, друзья. Bloomberg, Binance, USD держит большой штат специалистов в Китае. Binance биржа тоже есть у меня. Тоже верификации проходил. Тоже есть активы. Прочитаем новости. Создание для обслуживания американских клиентов. Дочерняя компания Binance имеет значительный штат технических специалистов в КНР, сообщает Bloomberg. Связи с Китаем может привлечь внимание регулирующих органов США к компании, считает в Bloomberg. Binance US имеет около 100 работников в Шанхае, в основном занимающихся разработкой и производством продуктов. По словам двух анонимных источников, всего доля китайских работников составляет около 20% штата. Как минимум уже год существует план перераспределения части работников из Азии в Северную Америку, но прогресс идет медленно. Ранее журналисты издания Financial Times со ссылкой на доступ к некоторым внутренним документам крупнейшей криптобиржи мира заявили, что Binance можно много лет скрывала свою близкую связь с КНР. В противном утверждении, что компания покинула Китай сразу после того, как правительство КНР начало принимать жесткие меры к индустрии криптовалют. В марте комиссия по торговле товарными фьючерсами подала в суд на Binance за отсутствие регистрации и подозрения в нарушении федеральных законов, регулирующих товарные рынки США. В частности, комиссия выступила против главы криптобиржи Чен Пэньчжоу, это генеральный директор Binance, и руководителей еще трех организаций, управляющих платформой Binance. А в начале апреля Binance в США обвинили в незарегистрированной торговле ценными бумагами в виде криптовалют, а также продвижение таких услуг. Давайте, друзья, перейдем к другим новостям. Visa набирает 100 сотрудников для криптовалютных проектов. Вот, у меня тоже есть крипто-виза. То есть не крипто, а виза-карта. Давайте узнаем новости. К
Посчитаем. Одна из крупнейших платежных компаний Visa продолжает работу над своими криптовалютными проектами и ищет талантливых сотрудников в криптовалютное подразделение в Лондоне. А это в Лондоне, не в России. Согласно условиям вакансии, сотрудникам необходимо находиться в офисе лишь 2-3 дня в неделю. Вообще не напряг. Вообще свободный график. А в остальное время можно работать из дома. Ну, то есть в онлайне, в интернете. Visa ищет людей с опытом в создании высокодоступных и масштабируемых платформ и увеличенных технологиями Web3. Также желательное понимание решений первого и второго уровня и языка программирования смарт-контрактов Solidity. У нас амбициозные криптовалютные проекты, и мы недавно открыли позиции для старших инженеров-программистов, чтобы они помогли нам добиться повсеместного внедрения блокчейна и платежей в стейблкоинах, рассказал глава криптовалютного направления в Visa Кай Шеффилд. Шеффилд отметил, что особое внимание уделяется кандидатам с опытом использования решения на базе ИИ, вроде GitGivip, Copilot и других. Ранее сообщалось, что Visa приостановила работу над своими криптовалютными проектами, однако представители компании опровергла этот слух. Давайте перейдем к цифрам, друзья, криптовалютам. Вот рынок CoinGecko, как видите, и монеты на сегодня 10754. И доминирует биткоин и эфириум. 45% биткоин, эфириум 18,4%. Первым, конечно же, дядя биткоин. И на сегодня он 29123 доллара стоит. На 1 час у него 0,04% растет. Эфириум 1911 долларов тоже растет, 0,4% выросло. Тезер 1 доллар. А на 1 час он упал. Прогноз BNB 333 доллара. USD Coin 0,99, как сами видите, вот. И тоже растет, на 1% выросло, на 1 час. XRP 0,46 центов. Кардана 0,41 центов стоит, тоже 0,4 выросли. Лида Стейпл стикет 1907 долларов стоит, и на 1 час он вырос на 0,3%. Dogecoin 0,8 центов и Polygon Matic доллар стоит, он тоже вырос за 1 час 0,4%. Ну, друзья, первые десятка криптовалют я вам показал за то, что они дают возможность зарабатывать. Я свой кофе вот допью за них, за криптовалюту. Очень классный кофе. Вот вам, друзья, показал. Если вот кто интересуется криптовалютами, кому интересно, закупаемся первой десяткой криптовалютами. Я сам тоже отсюда смотрю цены и закупаюсь понемножку. Там по 10 долларов, по 20 долларов, потихонечку закупаюсь, но не продаю. На сегодня у меня новости закончились. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Всем пока. Всем добра.